Ильменко в этом году пройдет на неделю позже обычного. А с 15 и по 17 июня в Солнечной долине под Миасом соберутся сотни бардов со всей страны. Фестиваль проходит в любую погоду и всегда в очень теплой атмосфере. Зрители в предвкушении, авторы и исполнители готовятся вовсю. А у нас в гостях авторы как раз и исполнители, которые готовятся вовсю. Да. Мария и Рафаэль Валитовы. Доброе утро. Доброе утро. Давно ездите на Ильменку? Давно. И вот, наверное, сейчас надо поправить, потому что не 100, не сотни, а тысячи людей ездят на фестиваль, а мы ездим уже лет, наверное, 30, как минимум. Ну, ничего себе. Сначала отдельно, а потом поженились, вот мы уже вместе 26 лет ездили. Мы уже вас сегодня поздравляли. И знаете, вот сколько у нас гостей не приходило, именно связанные с Ильменским фестивалем, все люди очень чистые, светлые, согласись, Паш? Да, а какие песни хорошие поют? Что там поют? Да. Мы там не были, просто видите, какая штука. Вот это недостаток, это нужно съездить обязательно. Песни поют разные, на самом деле. Здесь, наверное, начиная от разговорах о любви, да, о той мудрой философии, когда ты определяешь, что ты хочешь в жизни, да, чего ты хочешь или чего ты достиг, или хочешь научить кого-то. То есть вот огромный пласт, да, кому-то покажется, ну, как-то просто, да, без барабанов, без синтезатора. Без светомузыки. Но вот есть что-то живое, то, что вот она вибрация, ты ее чувствуешь, особенно когда ты сел у костра, вот он трещит, где-то поет птичка, где-то лает собачка, и ты поешь, и ощущаешь вообще другое. Так, это, давайте, наверное, совместный космос, да? Давайте чувствовать прямо сейчас. Дорогие телезрители, открывайте окна, пусть птички поют. Залетают к вам на огонек, так скажем. Ну, а мы вместе будем наслаждаться настоящим творчеством. Что за песня? Она называется просто «Здравствуй». Это была песня, вот как раз фестивальная песня. Тех, кто были на фестивале хотя бы раз в жизни, они поймут. А кто не был, тот почувствует. Хорошо. С этого начинается и день, правильно, со слов «Здравствуй». Планету успеть бы в срок, от точки отсчета до точки итога вновь совершить долгожданный виток, наобещать прошлогоднего чуда, быстрости удивительных встреч, добрых улыбок, внимательных взглядов, несуетливую тихую речь. Здравствуй, мой милый друг. Здравствуй, мой старый друг, песни под сердце стук рвутся в небо свой, совершая круг свой, повторяя круг, мы оказались вдруг снова вместе свой, совершая круг свой, повторяя круг. Оказались вдруг вместе. Где-то остались вчерашние тайны, ворох неначатых дел и стихов. Где-то остались большие печали, тени забытых непонятых снов. Горечь, сомнения, обиды и споры канули вдруг во вчера. Все то хорошее, что сохранилось, будет нас греть у ночного костра. Здравствуй, мой милый друг. Здравствуй, мой старый друг. Песни на сердце стук рвутся в небо свой, совершая круг свой, повторяя круг, мы оказались вдруг снова вместе. Совершая круг свой, повторяя круг, мы
оказались вдруг вместе. На фестивале все вместе поют. Знают они песни, не знают. Вот она, вы раскачиваетесь, да? Уже хорошо. Да. Давайте вместе. Я почувствую, давайте что вместе. Я в гипноз попала. Давайте вместе. Вот, давайте вместе, конечно, споем. Уже запомнили. Давайте здравствуйте. Там, знаете, самые главные слова. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Совершая круг свой, повторяя круг, мы оказались вдруг вместе. Все, вот такое бардовское караоке, друзья. Спасибо огромное. Спасибо. У нас в гостях лауреаты Ильменского фестиваля. Да, действительно, лауреаты фестиваля Art Start и премии «Золотая лира» 2013. Авторы и исполнители Мария и Рафаэль Валитовы. Хорошие, добрые люди. Спасибо вам огромное за это бодрое утро. Встретимся на Ильменке. Обязательно.